Казани выпал первый снег. Это значит, что сугробы будут только расти и расти, и движение для машин значительно усложнится. На какой резине лучше всего преодолевать эти снежные препятствия, узнаем у казанцев. Почему шипы лучше липучек? Шипы не так скользят. Да, они больше... Безопасности, да, больше. Безопасности больше. А что за шипы? Резина. А? Машина. Чего-то думал, типа то, что отрос шипы, что-нибудь такое. Я тоже растения думал какие-то. У меня липучка, мне нравится тишина и мягкая. А шипы я не люблю. А я вообще на резине летней катаюсь, и мне нормально. Это шины? Вы про шины? Да. Где именно? А сцепление? Логично же. А кто сказал, что шипы лучше липучек? Нет. По городу липучка лучше. Не разбирался, не разбираюсь и не собираюсь разбираться. Какие шипы? Че? Липучки лучше, чем шипы, я считаю. Почему? Потому что в них более комфортно ездить зимой в городах, где меньше снега и мало гололеда. А вы? Ой, я вообще не автолюбитель, поэтому я не знаю. Шипы надежнее, дешевле, а липучки чисто для понтов. При гололеде они себя лучше ведут. Что ж, проведя опрос, мы поняли, что мнения у казанцев разделились. Ну а я хочу напомнить вам, чтобы вы не забыли поменять летнюю резину на зимнюю, если еще этого не сделали. Это был соцвопрос с Алией Гизатова, Алия Кульбарисова. Всем пока!